Господь, услыша и он все скорби его спаси и ополчится ангел Господень, преспоящихся его избавит их. Пустите и видите, как благ Господь, блажен муж, и же уповает нань. Бойтесь, Господа, все святые его, яко не слишение боящимся его, богатей обнищавших, залкавших, взыскающих же Господа, не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любят, не видите благи. Удержи язык твой, злая усне твои же не глаголоте льсти. Уклонись, озлайся твои блага, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на правые уши его в молитву и. Лице же Господне на творящее зла и же потребите земли памяти. Вас ваша праведник, Господь, услыша их, на все скорби их избави их. Близ Господь с окрушенным сердцем и смиренным духом спасе. Многие скорби праведными от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни один на них сокрушится. Смерть грешника, лютая, ненавидящая праведных, да прегрешат. Избавит Господь душа раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. И у Господу помолимся. Все Господу помолимся. Господи, помилуй. Святым в памяти, с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, ежели спасатель от врагов всех, духа премудрости и разума, отверстие ум и уста, и просветите сердца и в приятию наказания добрых учений, Господу помолимся. Господи, помилуй. Отгнать от сердец их, просветить ума, кежу, корыть от зла и плыть и благое, Господу помолимся.
Евангелие, чтение.
Ученицы же прищаку приносящим, видев же Иисус некотова, и рече им: оставите детей, приходите ко мне, и не броните им, это церковь есть Царствие Божие. Аминь, аминь, глаголю вам, и же аще не примет Царствие Божие, яко троча, не имате вните мне. Я объем их, возложи руки на них, благословляши. Священнейшей митрополите Германии и Сева Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бога храни, Господи, нашей России, все народе во всех и воле сия, Господу помолиться. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Господу Богу нашему, еже презрите милостиво на отроков всех, и не спаслайте сердца, но помыло ставить духа премудрости, разума же благочестия, и страха своего, и просветите их свету своего благоразумия, и подать им силы крепость своей же скоро приятие, и спешно выкройте божественных и законы его наказанию, и всему благому и полезному учению ежеправо преуспевайте им премудрости и разуму, и всеми благими делы славу Пресвятого имени, и даровать им здравие, и долголетны, и сотворите созидание, и славе церкви своей, процессии, Господи, услыши, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи молимся за все братья и за все христиане. Слышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милости, милости, будь владыка грехов наших и помилуйны, милости, в бое человека любит Бог еси, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, Боже и Создателю наш, образом Своим почты нас, человеки, научи вы избранные Твоя, яко дивитеся внемлющим учению Твоему, открывай премудрость младенцем, и же Соломона и всех взыскующих премудрости Твоей научивы, отверзи сердца, умы и уста рабов Твоих всех, всех учащих и учащихся во ежеприятии силу закона Твоего и с успехом познать и преподаемое им полезное учение, славу Пресвятого имени Твоего в пользу и созидание святей Твоей Церкви, и разумейте благую и совершенную волю Твою, избави их от всякого налога вражия, соблюди в православии вере, и во всяком благочестии чистоте во все дни живота их, да преуспеют в разуме и во исполнении заповедей Твоих, да дако предуготование прославлять Пресвятое имя Твое, и будут наследницы Царствия Твоего, яко Ты еси Бог, и силен в милости и благ в крепости, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веку. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас. Спаси нас.
Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Молитвами пречистая своя Матери всех святых помилует и спасет нас, яко благо и человеку все стороны жизни человека. То есть Господь не отменяет всю нашу деятельность, необходимую для того, как говорится, чтобы сделать все свои дела в 6 дней, в течение седмицы, в течение недели. Но седьмой день все равно Господь призывает нам посвятить его Богу, чтобы одухотворить все наши предстоящие дела на предстоящие недели. Чтобы привести на память каждому из нас, что Богу угодно, что нет. Что ценно, а что нет. Вот День Знамени, День Знаний, он своего рода воцерковляется сейчас. Ну, как сказал епископ Тихон Шевкунов, когда своим студентам говорил, что День Знаний как бы воцерковляется таким образом через молитву. Вот на начало учебного года уже по традиции в храмах Божьих собираются дети и взрослые, ученики и учителя, учащие и учащиеся. Собираются с верой в сердце свое. Собираются для того, чтобы попросить у Бога благословение на предстоящий труд и получить его через молитву Церкви, что и совершили мы с вами сейчас. И чтение молебна начиналось с чтения 33-го псалма, где все-таки ради этой фразы его можно было еще и повторить один раз. И говорится в нем: «Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас». И вот оказывается, что очень важный урок, мы говорим «очень важный», а на самом деле это, наверное, самый важный урок, это постижение страха Господня, познание Его. Не того страха, который животный, страх, когда мы боимся, когда нас кто-то запугивает,
или боимся какого-то, какой-то неизвестности за углом стоящей. Страх Божий – это о другом. Страх Божий – это вообще отношение человека ко всему, живому и неживому, ко всему, как к дару Божьему. Научиться страху Божьему – это значит научиться относиться ко всему и ко всем, как к дару Божьему. Начиная взаимоотношения с теми, кто нас окружает. Мамы, папы, бабушки, дедушки, дети, братья, сестры, учителя, ученики. Вообще все люди старшего возраста, младшего возраста, равного нам по возрасту. Мы принимаем их и воспринимаем их как то, что нам дал Бог. А если это дал Бог, Создатель и Содетель всех, который имеет одну цель, одно желание, чтобы все мы с вами спаслись и в познание истины пришли. Вот Он нам дает их, людей, нас окружающих. И если мы их принимаем, значит мы благодарны Богу. Если мы их не принимаем, не терпим, не любим, значит, мы их не принимаем. И дальше о страхе Божьем мы говорим, что есть другое творение Божие, не только венец творения. Есть и другие люди, о них мы сказали, но есть и животные, есть и живой другой мир, разнообразный живой мир, живой природы, неживой природы. Мы к ним относимся как к тому, что Господь привел в существование для того, чтобы человеку было радостно и веселее жить. Он дал нам кошечек, собачек, Он дал другую живность. И если мы ее взяли, мы тоже ее принимаем как некий дар от Бога. Мы ведь часто желаем, просим, ищем, родителей уговариваем, чтобы приобрести какое-то живое существо. Но оно потом какое-то получается не такое, как бы нам хотелось, вредное, злое или там не такое ласковое. И люди начинают от них избавляться. Люди начинают их выбрасывать, и уже они получаются не такие, как им хотелось бы. Это тоже относится к страху Божьему, либо сказать точнее, что мы его отталкиваем, отвергаем от себя. Мы имеем и неживую природу, те богатства, и растительный мир, и те богатства, которые Господь нам тоже дал, украсил землю, чтобы глазу нашему было радостно. И когда нам трудно, тоскливо, тяжело, посмотришь на небо, и эта святая бесконечность, красивая бесконечность, вселяет в нас надежду. И когда мы устали от мирского шума, мы едем с вами за город, полюбоваться красотой, поудить рыбочку или еще как-нибудь провести хорошо время. Но уезжая оттуда или приехав туда, что делаем? Ломаем ветки, деревья, уезжая, оставляем мусор. И все это тоже относится к тому, что мы с вами не имеем страха Божьего, а ведь страху Божьему на этих вещах учится человек. И мы не принимаем тот дар, не имеем, не знаем цены ему и не ценим его. И вот поэтому, по этой причине, человек должен учиться страху Божьему на элементарных, простых вещах. На тех, не тех, которые далеки от нас и не познаны нами, а на тех вещах, которые нам даны, которыми мы владеем или в среде которых мы с вами находимся. Это и друзья, и подруги, и так далее. Можно перечислять много. Но я вот маленький образ привел для того, чтобы было понятно, о чем мы сейчас с вами говорим. И поэтому псалмопевец Давид и другие святые, многие, в том числе и в Священном Писании, говорили, что начало премудрости, начало ума – страх Божий. Принятие того, что Господь нам дает,
в лице людей, в лице друзей, в виде того, что нас окружает. И на этих малых вещах, почему Господь Иисус Христос учил людей притчами? Почему? Чтобы им было понятно, о чем идет речь. Как постигнешь духовную вещь, не постигнув, скажем так, вещь элементарную, которая входит в исполнение твоих обязанностей? А ведь все в духовной жизни имеет поступенчатость, постепенность. И вот в основе всякого учения лежит Божья премудрость, страх Господень. Мы с вами, ученики и учителя, учащие и учащиеся, должны постигнуть прежде всего это. Конечно же, учеба — это труд серьезный. Завтра уже можно будет, может быть, поздно, поэтому нужно заниматься и выполнять домашние работы и задания, которые даются в местах нашего обучения, своевременно. И то, что нам кажется завтра, как говорит Священное Писание, день придет со своей злобой, день придет со своей заботой. И нам все равно на что-то опять не хватит времени. Но все нужно делать своевременно. Но все, что делаем, должны одухотворять молитвой и пониманием, для чего я это делаю. Не для мамы и папы, хотя у них получается тоже особый труд. Вот. И на родителей тоже благословение Божие призывается. Мудрости вам всем и терпения, родители. А вам, дети, послушания всем нам с вами. Как говорит народная мудрость, взрослым человек становится не тогда, когда перестал слушать маму и папу, взрослых, а когда мы начинаем понимать, что они были правы. Вот, поэтому, если вы вдруг посчитали себя взрослым, но по делам посмотрите, наверное, не совсем так. Поэтому не спешите расти, а мало-помалу, год за годом, шаг за шагом. Но сердцевиной всего должно быть постижение премудрости Божией, страха Божьего. Учитесь этому, мои дорогие. Учитесь на тех предметах, на тех обстоятельствах, которые нам Бог дал. Выполнив их, вы увидите, что за ними стояло. Не выполнив их, вы не увидите, что за обстоятельством стояло. Так и будем роптать бесконечно на все, на вся, на всех. Учителя злые, те нехорошие, родители строгие, много задают, гулять некогда. Если мы будем только так относиться, то не увидим, что за этим обстоятельством стоит. А если мы это пройдем через труд, мы и увидим, что за этим стоит. На всех вас призываю Божье благословение. Будьте здоровы, Богом хранимы, послушны родителям. А ведь послушание родителям — это же пятая заповедь. И научившись ее исполнять, человек учится исполнять и другие заповеди. Вы сейчас, мои хорошие ребятки, будете подходить, да все будете подходить под благословение. Буду давать вам целовать святой крест, кропить святой водой. И будете маленькую такую вот памятную, маленький памятный знак внимания от нас получать. Это молитва. Молитва перед началом учебы. Не забывайте ее читать. Почему? Потому что только одухотворенное приносит пользу. Знаете, как вот есть помытые фрукты, есть непомытые. Можно съесть и непомытые, но будет вредно, не полезно. А если мы с вами помоем, то будет полезно. Как и молитва, она освещает, она очищает то дело, которым вы собираетесь заниматься. Благословение Господне на вас. Такой благодатью человека любим всегда, да не Крист, и во веки веков. Аминь. Господи, 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 Господи,
подвиги оборот. Господи, благослови, с праздником вас, 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 Господи
благослови нас, Господи, помощи Божие, Господи, благослови нас, 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 Господи, благослови нас,
хорошо подготовленную молитву. Очень приятно, что с каждым годом в храм увеличивается количество детей, увеличивается количество и учителей, приходящих на подобные молитвы. Я считаю, что это очень хорошо, потому что дети после таких молитв становятся более ответственными, более богобоязненными, что позволяет им в дальнейшем не только хорошо учиться, но и ответственно относиться к различным поручениям. Но это важно не только для детей, это еще и важно для нас, учителей, посещать такие молебны. На одном из мероприятий в нашей школе был батюшка Олег, и он сказал очень важную фразу, что вот образование от слова «образ». И какой у нас образ, какой и несем мы это образование. Поэтому я считаю, это очень важно, посещение такого молебна для нас, учителей. Потому что это делает и нас очень ответственными к своей профессии. Мы должны ведь прививать не только любовь к своему предмету, но и давать очень много нашим детям что-то более светлое. Мы должны их обязательно воспитывать, мы должны их делать более ответственными. Поэтому я каждый год посещаю такие вот молебны. Сегодня в храме очень много людей. Много людей, потому что мы все ученики, ученики Божьи. И сегодня собрались здесь для того, чтобы совершить вместе молитву на начало учебного года. Соборность, с которой делают это и дети, их родители, преподаватели, наши учителя-наставники, священники этого храма, все приводит к тому, что мы заряжаемся на весь учебный год Божьей любовью. И поэтому понимаем, что такое труд душевный, труд учительский. Понимаем, как со страхом Божьим нужно всегда входить в учебный год, понимая, какова твоя ответственность перед Богом. Вы знаете, есть притча, когда человеку дали два весла. На одном из них было написано слово «молитва», а на другом «труд». И человек подумал, а ведь если я буду грести веслом, на котором написано «труд», это ведь наверняка приведет к хорошему результату. Он попробовал это делать и остался на одном месте. И только с трудом и молитвой можно достигнуть знаний. Молитва для русского человека – это всегда важно. Молитва соборная перед началом учебного года – это душевный труд, совместный душевный труд. И все это ведет к тому, чтобы наша страна, наша Россия возрождалась. Духовность, посеянная в семье, всегда даст свои зерна. Мы всегда слушаем наших настоятелей, и они нам говорят: «Зерне добра посеянном». Посеешь в хорошую землю, получишь плоды. Так и на ниве образования. На ниве образования всегда важно, чтобы то зернышко, которое было посеяно, его всегда поливали и оберегали. И наша молитва способствует этому. Спасибо. Уже много лет, как я со своей дочерью прихожу в свой родной дорогой храм, потому что я являюсь прихожанкой, и у нас в моей семье это уже сложилось как традиция получить благословение у наших священников, у настоятеля на начало учебного года. Я очень верю, что молебен – большая помощь от Господа, которую мы получаем. И сегодня вот мы в храме молились, вокруг близкие, дорогие люди, очень многие пришли, дети пришли не только там одни, с родителями, пришли с друзьями. Было столько радости, столько какого-то особого такого вот восторга, особого ощущения особого дня. И мне очень понравилась проповедь нашего настоятеля. Вот, можно сказать, глубоко в душу затронул. Он говорил о нашем родном крае, он говорил о любви к нашим детям. И он говорил о том, что о тех ценностях, что мы ценили те ценности, которые нам дает Господь.
У меня было сегодня особое волнение, особая радость. Я очень благодарна. Я благодарна Господу за все. Я благодарна нашим священникам за эту прекрасную службу, за этот молебен. Я очень счастлива, что моя дочка тоже со мной приходит в храм. И я стараюсь, чтобы мой ребенок тоже пошел по пути православия, по стопам веры и любви к Господу нашему Богу Иисусу Христу. Ну, во-первых, наши дети осознают свою ответственность за то, что они должны не просто ходить в школу, они должны осознавать свою ответственность, чтобы учиться хорошо, чтобы действительно быть полезным нам, родителям, своей родине. Во-первых, здесь у них складываются дружеские отношения со многими вот ребятами. Здесь они дружат, здесь они находят себе друзей. И, конечно же, вера. Потому что здесь, например, у моей дочери сложились друзья, не только они дружат, но и как бы по общению, по вере, по тому, что у них общие какие-то интересы. Я считаю, что это просто необходимо, это нужно, это здорово. Это, ну, у моей дочери, например, здесь сложились дружеские отношения с ребятами. Здесь она нашла себе друзей.